Буква «Н» в этой личности говорит об строгой избирательности в сердечных привязанностях, а также в словах и поступках. Буква «А» в этом имени несет символ первооткрывателя. Люди, в имени которых есть мягкий знак, обладают редким талантом избегать ссор и конфликтов. Часто они вообще не имеют врагов или недоброжелателей. Самой судьбой эти люди одарены чертами характера, которые способствуют выполнению их личной жизненной миссии. Буква «Н» в этом имени не раздражает окружающих, но с этим человеком придется долго дискутировать на любую тему. Люди с буквой «М» в имени обладают превосходным умением решать сложные задачи и проблемные ситуации. Звук «М» в имени воспринимается окружающими положительно. Люди, в чьих именах имеется буква «Г», любят рисковать и искать нестандартные пути. В тех именах, в которых встречается гласная буква «А», труд – их природная потребность. Но не любой труд, а лишь тот, который они самостоятельно выберут. Квартира без сквозняков, шуба из натурального меха и полный деликатесами холодильник – вот могут стать пределами мечтания этого имени. Острый критический ум, усердный работник, но не переносит безрезультатного труда. Расположенность к Лене у этого имени и созерцательность затрудняет поиск своего жизненного предназначения. Также считается, что букве «А» в этом имени свойственно стремление всегда быть во всем первым. Не обещайте человеку с гласной «И» в имени нереальных вещей. Не поверит, поскольку трезво смотрит на вещи. К своей работе они относятся ответственно и серьезно. Эти люди умеют разделять и классифицировать. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. У обладателя этого имени может проявиться склонность менять часто партнеров, потому что они всегда находят в каждом то, чему можно придраться. Буква «Г» дает носителю этого имени непредсказуемость и неожиданность. Этим людям также характерно стремление поделиться своими ощущениями и знаниями со своим партнером. Мягкий знак означает мягкость и даже некоторую бесхарактерность натуры, повышенную ранимость, но в то же время добронравие и альтруизм. Для этого имени характерно проявление заботы, ответственности, дисциплинированности, плюс данные личности склонны к романтике. Они также зачастую довольно мягкие, но иногда за этой мягкостью скрывается внутренняя угроза и жестокость. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.